Вы знаете, что я, друзья, привет, что я делаю видео в зависимости от того, что вы меня там спрашиваете в комментах. Ну вот там, во-первых, написали, что такие короткие, хочется слушать и слушать. Ну спасибо огромное. Но я-то делаю для того, чтобы легче было слушать, поэтому стараюсь не затягивать, а именно компактно выразить. Но у меня получается сразу там много мыслей, и поэтому, ну так получается, ну как получается. Ну я такой вот. Хочу как лучше, получается как обычно, так? Глаза какие, видите? Какие глаза! И шашкой фланкирует казацкой, да, и хороводы ведет в Рязани, и психолог, и моя ученица, и кроме того, картину нарисовал в честь нее, называется «Анастасия Крамер». Такое загадочное название. Ну ладно. А посвящаю я сегодняшний выпуск вот чему. Вы мне там написали, вот после того, как я говорил о том, что фарисейство, чиновники и так далее, вылучивается дух идеи, и остается только форма, и поэтому это было во все века. Да, это видео можете посмотреть, кто не видел-то. Но самое интересное, я вот думал, отвечая там на один вопрос, я писал о том, что но они потому как вынуждены делать не всегда то, что совесть подсказывает, чисто человеческая. Она же у нас у всех есть, у нормальных людей. Но человек, допустим, занят в системе и вынужден так делать. Так вот, чего их ругать-то, если система такова? Чего их ругать? У нас их так много, этих чиновников, фарисеев, получается, другими словами. Да, и потому и жизнь такая. А чего их ругать-то? Они же вот в конфликте сами с собой. И поэтому потом, когда вне системы находятся, они там на кухне, там, или когда поддадут, с кем-то разговаривают, душа-то требует душу открыть, и он говорит: да ты знаешь, вот это, слушай, надоело уже, слушай, ну как же. Они сами находятся в состоянии глубокого внутреннего конфликта. Ну, конечно, мне жалуются многие жены ихние, а вот чиновницы, они когда вот в этом конфликте находятся, ну вы посмотрите на них вот. Ну вы посмотрите на них, я фамилии не называю. Они же какие жесткие становятся, ну прямо как деревянные, как каменные, такими приказами, такими нечеловеческими. Вы думаете, им легко? Вы думаете, легко быть не человеком? Это очень тяжело. И поэтому я подумал, кому в первую очередь нужна разгрузка? Потому что он или она приходит, а я знаю таких людей, которые на очень высоких чинах, ну вот, вы знаете, она вот казалась такой жесткой и так далее, а у него сын погиб. Она поэтому такая была, потому что она была все время в таком диком напряжении, вдруг приходит на работу, а там еще вот это, а ей приходится быть такой. Да, и, ну, короче говоря. Но есть такие фильмы, раньше были сериалы, там и богатые тоже плачут. Вот у кого совесть есть, она есть у всех. Мы же, в принципе-то, нормальные люди, просто иногда нас жизнь заставляет совершать какие-то дурацкие поступки, которые у нас потом вызывают необходимость разгрузиться. Ну, поэтому кто-то пьет, кто-то на детей орет, кто-то с женой ругается, даже поколачивает, а кто-то к суициду приходит. Вы понимаете, что происходит? Посмотрите еще раз на эти глаза. Какие прекрасные, да? Да, ну, я люблю эту картину, я люблю Анастасию Крамер, что ж тут говорить, хорошая она, и психолог, и девочка, и хороводы в Рязани водит, и шашкой фланкирует. Вот же в чем дело, почему я ее поставил. Ну, во-первых, я хочу сказать, друзья, с кого бы начать разгрузку, чтобы жизнь стала лучше? Да, конечно, с этого начальства, которое вынуждены
вынуждены терять человеческое существование, потому что они вынуждены в системе сложно подчиненного, так сказать, предложения в нашей стране выполнять те указания, иначе они без зарплаты останутся, иначе придет такая Анастасия Крамер и скажет, нам же надо дом содержать, нам надо деньги иметь, у тебя такая зарплата, а если ты будешь ругаться со своим более высоким начальником, так тебе дадут пинок под зад. Женщина-то, она берегиня, она же должна, ну, короче говоря, о каком тяжелом положении мужики находятся, в каком положении, и женщины в каком положении, из-за того, что все находятся в системе, где не поощряется в человеке человечность, где не поощряется доброта, вечные общечеловеческие ценности, любовь к ближнему, сотрудничество, созидательность. Вот это нужно. Вот это как раз-таки в человеке есть, и поэтому это внутри, оно, как говорил Толстой, компас нашей жизни. Толстой, как говорил любимый мне Лев Николаевич Толстой, и вами любимый Лев Николаевич Толстой, он говорил как? Если среди всего разнообразия жизни думать, как себя ориентировать, то у нас есть компас, совесть. Она не дает людям спать. Она повышает давление, она создает инстинкты вот этого выживания, и поэтому возникает такая ситуация, а совесть, когда вступает вот выживательный конфликт, лобовое столкновение с тем, что человеку навязывают, как жить и как быть. И когда есть вот это столкновение природного, эволюционно развитого начала в человеке, его самосознание, сознание, когда происходит столкновение с той ролью, которую он должен выполнять, это все равно как артист выполняет не свою роль, которая с ним не совпадает. Вот когда совпадает роль с человеком, который, вот функция, которую он делает, когда совпадает с ним, с его человечностью, вот эти роли, которые сыграли артисты, где роли совпали с их характером, темпераментом, вкусами, где они сделали это с любовью, характерно сделали, их помнит все человечество. Надо, чтобы было совпадение. Когда нет совпадения, роли, которые человек выполняет, его функции с требованиями, которые он себе предъявляет, может быть, а может быть общество, а может быть любимый человек предъявляет, может жены их на это сталкивают. У кого-то, вы помните эти, у Достоевского, вы помните это у, ну, короче, у многих авторов, проблемы личных отношений, да, когда человек не может быть самим собой, когда он вынужден ради чего-то собой пренебречь. А совесть, вот, и вот это самое главное, чувство Творца, чувство свободы, чувство сопереживания, созидания, любви, когда оно заглушается, да, тогда и происходят инсульты, тогда и происходят трагедии, инфаркты, болезни, психосоматика. И у женщин, и у мужчин, и у детей, между прочим. А сегодня надо сохранить человеке человечность. И этим самым иммунитет, стрессоустойчивость, и этим самым, этой самой любовью к ближнему, как завещено нам во всех таких прекрасных книгах, и о чувстве справедливости, и о любви к ближнему, да, это же все есть человечность. Поэтому делаем, друзья, все вместе. Обсуждаем, что за критерии должны быть в создании науки человечности. Науки человечности. Потому что религиям уже много лет, тысячи лет, а вот эти конфликты продолжаются, и войны продолжаются, и потребность в лекарствах увеличивается, а сейчас вот будет изоляция, самоизоляция так называемая, и все прочее, и денег у людей не будет. Даже лекарства купить. А стресс все время будет нарастать. Поэтому именно на основе защиты в человеке Творца, именно создавая науку человечности,
которая одинаково пригодна и тем, кто верит, и тем, кто не верит, и любому человеку, какой бы он ни был. Это наука. Я хочу, чтобы это было понятно и услышано. И именно чиновники, вот эти фарисеи, в первую очередь должны научиться приемам ключа. Что мы будем делать? И вот именно жены, именно женщины, пускай стимулируют своих мужей, если они хотят сохранить их от инфарктов, инсультов, психосоматики, чтобы они были здоровы при этих вирусах. Если женщины хотят сохранить своих мужчин, они в первую очередь должны стимулировать у них желание быть человеком. А для этого они должны научить их разгрузки, да, чтобы они не отрывались на них. И наоборот. И так мужчины и женщины, чиновники и не чиновники, я вам просто объяснил ситуацию, которую вы и так понимаете интуитивно, но я выразил это словами по-русски. Да. До встречи, друзья.